Любителями приключений и экстремального отдыха славится Якутия. Местные жители северного поселка Уснера покорили вершину горы Афродита. Ее пик считается самой высокой точкой хребта Таск-Истабыт. Высота составляет 2060 метров над уровнем моря. В походе участвовали турклуб «Экстрим Полюс Холода», женсоветы Миконского района, учащиеся старших классов Уснерской гимназии. Во время восхождения участники похода сняли краткометражный фильм. Картина примет участие в республиканском конкурсе «Якутия глазами молодежи». На высоте горы молодые скалолазы обнаружили следы бурого медведя. Флаг Миконского района достиг очередной вершины. В дальнейшем группа планирует восхождение на самые высокие точки республики.